Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Итак, сегодня буду покупать дом рыбака по цене за 30 миллионов. 30 миллионов, так, Макс Гринд хочет продать вам свой дом. Ага, давайте нажимаем купить. Потом нажимаем time. Set spawn, давайте пропишем. Дом. Все. Я купил дом рыбака, пацаны, за 30 миллионов. Спросите, откуда у меня деньги, пацаны. Я продал гелик, продал i8 и продал дом. И тебе спасибо. Спасибо, дружище, что ты мне помог. Серьезно, я искал дом вчера очень долго, и вот этот чувак нашелся и продал мне его. Ну, он, пацаны, не откупится, этот дом, потому что... Вот видите, черепашки вот есть такие... Сейчас даже можем их собрать и потом поехать продать. Ну, я как бы без транспорта, конечно, но... Ладно, потом уже транспорт привезу, так сказать, и все будет уже нормально. Понимаете, я вчера искал дом. Ну, 40 миллионов. Я готов был за 40 миллионов купить любой дом. У меня, конечно, дом без гаража. Там вон дом есть Джонни, видите, следующий. Вот, через дом. Получается, через этот дом. Видите, мы рядом будем жить, только через дом. Вон его дом. У него с гаражом, ну пофиг, в принципе, ничего страшного. Зато вообще будет по кайфу, я думаю. Потому что бабки здесь можно будет рубить нормальные. Я уверен, что через, ну, месяца три у меня купится этот дом. Как бы я верну свои 40 миллионов. Вот, точнее, 30 миллионов, какие на него потратил. И все, как бы. У меня остался Чирон, БМВ и вертолет. Гелик я продал, короче, за 20 миллионов, потом i8 я продал за 10 миллионов, дом я продал за 5,2, ну и все. Кстати, я продам бизнес, скорее всего, потому что, ну, когда у вас такой дом, пацаны, вам не нужен бизнес, потому что, ну, вы увидите, пацаны, вы все увидите, почему я его купил. Так, там дом открывать я не помню. House. Так, открыть дом, давайте откроем. Интерес здесь такой прикольненький, в принципе, да? Давайте хоуст тоже пропишем еще. Так, меню дома. Холодильник, ага, это понятно. Улучшение дома. Ремонт, восьмой интерьер, гардероб, мини-бар. Так. Улучшение дома, продадом игроку, налоги. Так, за него все-таки нужно будет платить. Ну да ладно, ладно. Так, продукты, посетить игрока, список жителей. 2 месяца всего лишь здесь есть. Ну, нормально, чё. Кто захочет, то, в принципе, наверное, подселю. Господи, я же не... 2,5 миллиона, пацаны, всего лишь. Но, блин, это того стоит, пацаны. Вот этот дом, он того стоит, пацаны. И в следующей серии я куплю себе кое-что очень крутое, пацаны. Поэтому обязательно просто поставьте лайк, подпишитесь на канал и ждите новую серию. Всем пока-пока. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.